Портрет Дональда Трампа, сделанный из монет, выставили в Нью-Йорке. «Лицо денег» – так называется картина украинского дуэта художников Дарьи Марченко и Даниэла Грина. Такой материал авторы выбрали не случайно. На монетах изображены разные лица, включая президентов. У всех этих людей есть честь и достоинство. Именно благодаря этим качествам они и попали на монеты. И это означает, что деньги сделаны из чести и достоинства. Но не значит, что честь и достоинство сделаны из денег. На создание этой работы мастера потратили 3 месяца. Костюм американского президента выложен жетонами для казино. По мнению арт-дуэта, такой материал символизирует высказывания Трампа, которые напоминают безрассудную азартную игру. Голова сделана из монет, достоинством в 1 пенни и другой мелочи.